Бороться на песке сложнее, признаются триумфаторы чемпионата мира в Турции. Одесские вольники из спортивного клуба «Мангуст» более чем успешно дебютировали в новом для себя виде спорта. Единственное золото сборной Украины принес спортсмен из Болграда Семен Радулов. В его весовой категории до 70 килограммов выступало 20 борцов. Радулов выиграл 4 схватки. В финале он оказался сильнее действующего чемпиона мира иранца Мохаммеда Надыри. На песке оно намного тяжелее бороться, чем на ковре. Там, ну, нога не так устойчива, не так легко провести прием. Там не бросишь так легко, не пройдешь или не забежишь, как на ковре. Она на сегодняшний день, ну, очень публичная, очень яркая борьба. Еще две медали нашей сборной принесли Андрей Галета и Магомед Закариев. При этом спортсмены сошлись в очном противостоянии в полуфинале весовой категории 80+. Дальше прошел Галета, а Закариев уверенно выиграл бронзу в схватке с турком Юнусом Эмре Яманом. 4-0. Там ничего такого нового не было. То же самое, борьба, одна та же организация проводила. Просто единственное, что на песке немного непривычно было, но проходило. Ну, на хорошем уровне прошла, чемпионат мира прошел, бронзовую медаль. Первая схватка я выиграл у россиянина Якута, довольно-таки легко. Вторую я оступился немного, опыта не хватило. Третью схватку уже разборолся, уже прочувствовал песок и легко выиграл у местного спортсмена турка. Немного не хватило для второго украинского золота Андрею Галете. В решающем бою он немного уступил другому турку Эрхану Яйлачи 2-3. Самое сложное привыкнуть к условиям, это борьба на песке, то есть для нас это чуть новый стиль, потому что мы сами вольники, но для нас было облегчение в правилах, потому что там в правилах они были приближены к нашему стилю больше. В финальной схватке я боролся с представителем Турции. Настраивался на победу. Есть свои моменты, есть недоработки, ну, которые выскочили. Мы уже пересмотрели схватку мою и уже будем дальше делать выводы и, ну, готовиться над ошибками работать. Еще одним представителем нашего региона на берегах Босфора стал Иван Чифрикли, весит до 70 кило. Результат молодого одессита – 7-е место, что также является высоким показателем.